Повод гордиться собой в этом году есть у многих казахстанцев. И мы поможем вам рассказать о ваших успехах на всю страну. Уже 3 декабря наши корреспонденты покажут историю первого победителя акции «Народ на итоги года». А прием заявок продолжается. Я впервые стал отцом в 54 года, а моей жене Раушангуль 40 лет. Мы назвали первенца Динмухаммед. Я получила сертификат юного предпринимателя по специальности стилист в индустрии красоты. Мы купили наш долгожданный дом, собирая на него 8 лет. Стать автором может каждый. Для этого нужно снять видео примерно на 20 секунд. Представиться, сообщить, откуда вы, и рассказать о главном событии или достижении в уходящем году. Мы выберем 31 самую захватывающую историю и покажем сюжет в информбюро. Победителям достанутся сертификаты в магазин электроники на сумму 60 тысяч тенге. А после голосования на YouTube-канале определится финалист, которому мы вручим суперприз. Присылайте свое видео на наш WhatsApp по номеру 8 3 7 331 31 31.